Новогодние праздники самые продолжительные. В этом году уфимцы отдыхали 10 дней. Одни смогли слетать на отдых за рубеж, другие побывали на горнолыжных центрах Башкирии. Но все же большинство уфимцев провели свои праздники в Уфе. Наши каникулы проходят замечательно. Вот с этими прекрасными детками вообще. И у нас самая большая каталка в этой на этой горке. Новогодние каникулы нам удались. Очень весело, здорово, несмотря на холодные дни. Выходили на улицу, гуляли, праздновали. Выходили на горсовет к елке, катались с горки. В праздники из-за большого количества желающих горнолыжные центры и даже городские ледовые городки были переполнены. И не все уфимцы оказались готовы к таким очередям. Хотели на Тюмень сходить, но там вот места не оказалось. А там очень, ну, трасса, мне кажется, маленькая, и очень много народу ходит, все хотят, желающих много, и поэтому мест не хватает. Вроде бы и тесно, а и одновременно никто не толкается, никто не кричит, не ругается, и все улыбаются же, смотрите дальше. Однако без происшествий в новогодние каникулы также не обошлось. 6 января 2016 года в службу спасения 112 поступило сообщение о том, что с 8 этажа жилого дома номер 14 по улице Адмирала Макарова угрожает спрыгнуть мужчина. По прибытию службами было установлено, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ. После уговоров спасатели сумели завести мужчину в помещение и передать его отделу полиции. А 8 января этот же уфимец устроил пожар в своей собственной квартире, который тушили две пожарные части. По сравнению с предыдущим годом сократилось количество пожаров, дорожно-транспортных происшествий, случаев травмирования населения на ледовых городках, а также аварийных отключений на системах жизнеобеспечения города. Не сидите дома, гуляйте, дышите свежим воздухом. Это как раз тот момент, когда ты набираешься сил перед следующим сложным полугодием, проводите время с семьей, с друзьями. А тут